Перед срезом кутикулы стоит обязательно поработать с птеригией и обязательно обработать боковые пазухи и синусы. Все это я делаю фрезой пламя с красной насечкой 23-го диаметра. Левую сторону пальчика обрабатываю на форварде, а правую на реверсе. И, кстати, не забудьте вывернуть кутикулу, потому что так делать срез кусачками гораздо удобнее. На срезе все не заканчивается, я беру серый полировщик и аккуратно обрабатываю кожу. А чтобы не было отслоек, аккуратно вот такой фрезой выпиливаю натуральный ноготок.